Сегодня мы с вами будем готовить рецепт, который называется перекус. Вот. Сейчас мы с вами будем резать яблочки. Вот. Яблоки резать намного, намного меньше. Когда яблоко не хочется просто кушать, то можно сделать такой рецепт. Называется нежность. Яблочная нежность называется. Так. Теперь мы с вами берем творог. Это мог быть сырок. Лучше, конечно, чтобы он был беленький. Разбираем его. И ставим сюда. Теперь мы с вами заливаем молоко. Вот. Это еще не все. Теперь мы с вами толкушку. И вот таким образом мы с вами его начинаем теребить. Вот. Для того, чтобы нам получить такую нежность. Вы можете, конечно, сделать его этим, как называется, миксером. Но у меня миксера нету. Я не буду его вытаскивать, даже если есть. Вот. Так, чтобы он был поменьше. Самое главное, силу приложить и все. Вот. Ну вот и все, готово. Теперь мы эту массу наливаем вот сюда. Все, готово. Так, все, сейчас вытру. И теперь я вам сейчас покажу, что я сделала. Вот, посмотрите. Видите? Вот. Вот такая масса субстанции получилась. Вот. Ну, всем пока. Всем до свидания. До новых встреч. Пока. До свидания.